Добрый вечер, дамы и господа. Это еще не начало нашего стендап-вечера. Мы начинаем буквально через 2 минуты. Пока что располагайтесь, занимайте свои места, подсаживайтесь поближе к сцене. Обязательно закажите себе что-нибудь на баре, успейте сходить в туалет и успейте покурить. Мы начинаем через пару минут. Спасибо, что пришли. Хорошего вечера. А теперь встречайте ведущий открытого микрофона Александр Долгополов. Всем привет, народ! Всем привет! Спасибо, что пришли! Рад вас всех видеть! Ура! Спасибо! Спасибо! Класс! 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 У-ху! Yeah! Блин, спасибо! Так много аплодисментов! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Я рад всех видеть! Меня зовут Александр Долгополов, я сегодня ведущий этого открытого микрофона. У нас уже второй открытый микрофон онлайн в Инстаграме, который призван поддержать московских комиков, оставшихся без работы. Для начала, перед тем, как мы начнем, давайте мы с вами немножко поболтаем, познакомимся. Это нужно, чтобы мы настроились на одну волну. Спасибо, что пришли. Лаврентий Тафа, здравствуйте. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете прямо сейчас их задать, чтобы мы немножко с вами пообщались и взаимодействие настроили. Кирилл Хайси, как громко в зале. Ребята, потише. Да, всем будьте потише. М. Крюков. М. Крюков, людишек как-то маловато пока. Действительно, маловато. Не всем понятно, то ли вы про нашу трансляцию, то ли вы про тех, кто заболел коронавирусом. Их у нас достаточно. Так? Где ты? Где я? Я дома. Спрашивает Сугаипов. Я дома нахожусь. Вот в Москве сейчас, да, как вы можете понять, по овальному зеркалу такие есть только в России, во всем остальном мире зеркала квадратные, да, и только в России люди любят, чтобы зеркало полностью подходило под форму лица. Еще один вопрос. Джулия Сизова, как настроение? Отличное настроение, прежде всего рад, что вы здесь, в непростые времена живем. Смотрел только сегодня видео, где сказали, что это третья мировая война, биосоциальная война. И, конечно же, очень расстроен по этому поводу, потому что раньше этот человек делал видео про бизнес, теперь про биосоциальную войну, самоизоляция никого не щадит. Что ж, теперь, когда мы с вами пообщались и познакомились, давайте я расскажу несколько правил, которые помогут вам получить удовольствие от этого вечера. Во-первых, пожалуйста, постарайтесь не болтать во время выступления, не выкрикивать ничего, потому что это будет отвлекать комиков на сцене, они будут сбиваться. Я не видел ни одного мероприятия, которое бы становилось лучше от того, что человек выкрикивает, что ему не смешно. Да, пожалуйста, я попрошу вас не писать во время выступлений комиков. Что такое вообще открытый микрофон? Это формат мероприятия, где комики рассказывают свои новые шутки. Зачем они это делают? Чтобы по вашей реакции понять, смешные это шутки или нет. Если вы смеетесь, комик продолжает рассказывать шутку. Если нет, все равно продолжает, но делает вид, что вы не разбираетесь в комедии. Поэтому, пожалуйста, нам
Важна ваша реакция. Если смешно, ставьте смайлики, типа смешно. Если не смешно, просто ничего не ставьте. Не стоит, пожалуйста, говорить комикам, что они не смешные, если вам так кажется, потому что это портит атмосферу. Чтобы мы получили удовольствие, должна быть легкая атмосфера. Комик может расстроиться, если увидит в чате, что вы написали, что он не смешной, и он уже не сможет весело подавать материал. Поэтому, если вы хотите сказать комику, что он не смешной, дождитесь, пока закончится трансляция. Найдите его в интернете, так, напишите ему об этом, чтобы он заблокировал вас, и вы больше не вели себя таким образом. Также, пожалуйста, постарайтесь не ходить во время выступления мимо сцены, потому что это будет отвлекать других зрителей. В целом, это все правила, расслабьтесь, получайте удовольствие. У всех комиков сегодня по 3 минуты, они выступают по 3 минуты. Когда комику нужно будет заканчивать, я буду говорить, что настало время последней шутки. Пожалуйста, комики, сами засеките тоже время, чтобы вам было легче следить. Это, в общем-то, все. Также мы, как я уже сказал, поддерживаем московских комиков, так что если вы хотите поддержать их, вы можете отправить свои донаты на Donation Alert, ссылка в описании профиля, или на PayPal по этому адресу. Это поддержит московских комиков. Деньги, которые мы получаем с таких трансляций, мы делим между московскими комиками, ими могут пользоваться все, у кого сейчас есть такая потребность. Итак, в общем-то, это и все. Перед тем, как я объявлю первого комика, я немного расскажу свои шутки, чтобы вы немного въехали чуть-чуть в формат, да, привыкли к этому мероприятию, привыкли слушать шутки. Итак, значит, моя мать, она живет в Павловске, в Воронежской области, маленький городок, и моя мать, вроде бы, она не понимает смысл самоизоляции сейчас. Она, вот что моя мать недавно написала мне, ой, Саша, у вас в Москве так много заболевших, будь осторожен, сиди дома. И я такой, спасибо за заботу, мам. И она такая, да, а лучше приезжай к нам в Павловск. И я не понимаю, какой логикой руководствуется моя мать, потому что я, ну, очевидно, я должен сидеть дома, даже если в Павловске нет ни одного зараженного, что в целом я не уверен, что так. Я уверен, что Павловск — это, скорее всего, и есть родина эпидемии, да, потом попал вирус в Китай, потому что летучие мыши попытались сбежать из Павловска. Но, скорее всего, именно там и находится эпицентр. Мне нравится, что люди в России, в маленьких городах, им вообще плевать. То есть я вышел сегодня в магазин в Москве, и очень мало людей, кто-то ходит. Видно, что люди прям уже начинают думать о том, насколько важен все-таки карантин, важно не выходить из дома. А потом ты смотришь какие-нибудь фото или что-то натыкаешься на новости из маленьких городов, и люди просто ведут такую же жизнь, как и вели ее до этого, потому что они думают, это вирус где-то там, в Москве, это он у них там, у нас ничего такого нет, пойдемте все обнимемся на главной площади, как хорошо, что мы не в Москве, мы здоровы, да. Ну вот сегодня вышел, и там не было народу, было очень мало людей, и вот что я понял, что сейчас у нас у нас нет, не будет такого, что нашему государству плевать, то есть на улице не будут ходить полицейские патрули и останавливать людей, если те вышли на улицу. Но вот что я понял, когда я сегодня гулял, я понял, что все нормальные люди уже сидят по домам, но на улицах до неприличия много гопников, да, потому что им плевать, это люди с низкой социальной ответственностью, они не понимают, что надо сидеть дома, и поэтому сейчас на улицах нет никого, только гопники, и в целом это хорошо, потому что у нас, получается, гопники вместо полиции, да, полиции нет, никто не следит, чтобы люди не выходили на улицу, но гопники там есть, и поэтому люди такие, пойду погулять, а нет, не пойду гулять, у меня и так в прошлый раз отжали телефон здесь, да, копы, они, но и в целом разницы нет, потому что гопники, полицейские, да, чаще всего одни и те же люди. Итак, сейчас я расскажу последнюю шутку и объявлю первого комика на этой сцене, поэтому сосредоточьтесь, пожалуйста, насколько можете. Постоянно смотрю исторические передачи, документалки про историю, и там все время, каждый раз оказывается, что историческое событие — это на самом деле был госпереворот.
в каждой документалке про любое событие оказывается, что это был госпереворот на самом деле. Я смотрел про Октябрьскую революцию, там сказали, это на самом деле был госпереворот. Я смотрел про этого, про дефолт, да, 98-го года, было сказано, на самом деле это госпереворот. И я уверен, что все теперь все госпереворот. Да, я уверен, про коронавирус будет такая документалка, где скажут, что это госпереворот. И я уверен, что любое событие, да, Путин подписал конституцию новую, да, все говорят, что это госпереворот. Я не удивлюсь, если скоро будет юбилей Филиппа Киркорова и все такие, это на самом деле госпереворот. Вы потрясающая публика, спасибо, что смеетесь и аплодируете. Конечно, это выглядит немного странновато, что вы пишете эти смайлики, постите в комментариях, но спасибо вам большое, что вы так относитесь к этой атмосфере. Итак, как ваше настроение? Вы готовы начать повстречать первого комика на этой сцене? Вы готовы? Ваше настроение как? Поаплодируйте, если вы готовы. Давайте так, вы начнете аплодировать и закончите, когда этот комик уже выйдет на сцену. Итак, вы готовы? Отлично, давайте повстречаем на этой сцене первый комик сегодняшнего вечера. Это Дмитрий Бахметьев, ваши аплодисменты. Не забывайте поддерживать комиков, можете донатить вот здесь. Дмитрий Бахметьев, ваши аплодисменты. Так, йоу, всем привет, спасибо, Саш. Всем добрый вечер. Кстати, спасибо вообще Саньку за такую возможность выступить, это очень круто, потому что я вот сегодня пытался записаться к Мухтарову на микрофон, и у меня не получилось пригласить двух зрителей в прямой эфир, поэтому спасибо, Санек, еще раз. Спасибо вообще всем, что поддерживаете комиков. Смотрите, знаете, наверняка слышали такую фразу, типа «романтика проходит со временем в отношениях». Я, ну, не совсем так считаю. Я считаю, что это немножко не так, потому что романтика, она немного становится просто более прагматичной. То есть, если вы молодые, вы такие выходите на пляж, и тебе девушка говорит: «Дима, стреляй шампанским в открытое море!» А когда вы взрослые, вы сидите на кухне, и жена такая: «Слушай, пробку аккуратно достань, мы еще из нее крышку на кастрюлю сделаем». Это была первая шутка. Спасибо. Спасибо, красивый почерк, очень приятно. Короче, я давно достаточно выступаю, и стало сложным приводить друзей на стендап, потому что я вначале их звал постоянно, а было дерьмово, и теперь они... Я потратил все их силы, и теперь они придумывают отговорки, чтобы не приходить. И я недавно позвал друга опять, говорю: «Приходи». Он мне говорит вот что: «Блин, Диман, не смогу, иду на новоселье». На новоселье, прикиньте? Это что вообще, блядь, за мероприятие, новоселье? Кто-то, народ, ходил на новоселье не в Sims? Кто-то ходил? Это же явно пиздёж, нет? Нет такого ощущения? Но он с таким же успехом мог бы сказать: «Блин, Диман, не могу. Дверь удалили мне сегодня, блядь, не могу. Не могу выйти». Ладно, последняя шутка на сегодня актуальная. Актуальная шутка. Санёк, для тебя тоже она актуальная. Смотрите. Ну, я не понимаю людей, которые обижаются на шутки сейчас. Ну, реально, прикиньте, люди обижаются на шутки сейчас. Я не понимаю, потому что, во-первых, сейчас, ну, шутки, они всегда общие. Нет, не бывают конкретные шутки. Ни один комик не выходит на сцену и не говорит: «Серёга Грачёв долбоёб». Никто так не делает. Все... А во-вторых, то, что, ну, сейчас... Вообще-то раньше были частушки, народ, вы в курсе? Раньше были частушки, вот на них надо было обижаться, потому что там точно было понятно, про кого это. Они мылись в маленьких деревнях, где мало народа, ну, в таких, как Орехово-Зуево, поняли, где было мало народа. И ты вечером выходишь к костру посидеть, и кто-то из твоих друзей запевает: «Мы сегодня не гуляем, лишь Серега в огороде, ведь Серега долбоеб». Вот, что это такое? А вас всего было два Сереги на деревне, это точно про тебя. То, что второго Синовалом убило прошлым летом, его придави нахрен.
Ладно, дошло. Спасибо всем за внимание большое. Спасибо, Санек. Ходите на стендап в Воронеже. Все, всем пока. Давайте, до встречи. Целую. Все, Пряника. всем пока. Это было Дима Бахметьев. Ваши аплодисменты Диме Бахметьеву. Потрясающее выступление в начале. Дима сказал, что хотел пойти на open mic к Руслану Мухтарову, а лучше бы сходил к парикмахеру, да? Вот так вот. Продолжаем наш потрясающий вечер. И следующая комикесса на этой сцене, потрясающая, неподражаемая Никита Расевич. Ваши аплодисменты, Никита Расевич. Браво! Спасибо! Спасибо! Не забывайте донатить на поддержку московских комиков, оставшихся без выступления. Ник Адрасевич. Всем привет, всем привет. Рада быть здесь. Хочу поговорить сегодня об общественном мнении. То, как оно давит на нас. Просто мне люди часто говорят в последнее время: Ника, так круто, так здорово, что ты совсем не думаешь, что о тебе думают люди. А я, честно говоря, только и делаю, что думают обо мне люди. Я постоянно думаю об этом, даже подруге как-то говорю. Ну, я однажды подруге говорю, типа, слушай, так много думаю, что обо мне подумают в этот момент, думая, а что думает она по этому поводу? Не знаю. Странно, что мы пытаемся, ну, мне кажется, что мы пытаемся понравиться тем, кому на нас комментарии. Не надо читать комментарии, конечно, когда выступаешь здесь. Нормальная история была. Так вот. У меня про психолога. Странно, что мы пытаемся понравиться тем, кому у нас все равно, мне кажется. Но абсолютно рандомным людям. Нет такого, что я с мамой поговорила. Ну, близким людям мы не пытаемся понравиться, да, самым родным, другим нам людям мы не пытаемся понравиться. Нет такого, что я с мамой пообщалась, захожу в другую комнату и думаю, блин, а я лишнего не наговорила там с мамой. Мама же в это время отцу не пишет. Ника, конечно, у нас своеобразный ребенок. Но вообще, я часто думаю, еще прихожу домой и думаю, Аниса, я тебя тоже люблю. Часто прихожу домой и думаю, блин, зачем я вот так вот разговаривала? Зачем? Зачем? И это потом все перерастает в странные мысли, очень много мыслей по этому поводу. Ну, ты не пытаешься понравиться родителям, да? Если ты, конечно, не из детского дома, оттуда надо выбираться. Надо выбираться. Еще легче стало произвести впечатление в соцсетях. Ну, в соцсетях есть теперь функция, теперь с ней стало все проще. Но ты никогда, человек никогда не замечает, ну, всегда замечает, когда ты удаляешь сообщение. Нет такого, что ты удалил сообщение, и человек этого не заметил. В WhatsApp так и написано, сообщение удалено. Еще у меня... Вот и... Ну, все, наверное. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Все, спасибо Пока. большое, Никита Тарасевич. Спасибо, Никита Тарасевич, была отлично выступила Никита Тарасевич. Да, конечно, комментарии сложно читать во время выступления. Это как если бы ты выступал, и люди бы постоянно что-то говорили. О, какая прическа! О, а я пью кофе сейчас! А кто из Кирова? И время от времени и тебе приходилось слушать это все и делать вид, что этих людей нету, и что ты продолжаешь выступать. Но новый мир, будущее, будущее. Помяните мои слова, народ. Помяните мои слова. Кризис закончится. Вы выйдете в другой мир, где вместо комиков будут роботы. Но а пока что люди еще живы. Давайте повстречаем на этой сцене следующего комика. Очень смешно. Мой хороший друг. Это, значит, Сергей Орлов. Да? Сергей Орлов сейчас... сейчас он не может сейчас. Так что... Будет Гоша сейчас. Гоша Сморгуленко. Гоша, можешь следующим быть? Гоша Сморгуленко. Гоша Сморгуленко. Вот так. Давайте пока Алексей Нелюбов. Следующий Гоша. Так, Алексей Нелюбов, ваши аплодисменты. Потрясающий комик.
Алексей Нелюбов, не забывайте, пожалуйста, поддерживать комиков и... Так, ой, у меня с камерой, да, косячок. Всем привет, всем привет. Спасибо, что пришли. Смотрите, поздравьте меня, во-первых. У меня заканчивается сегодня обязательный карантин после возвращения из Европы. Я зарос. Я раньше был без бровей, без волос, если что. Да, я во время карантина решил приготовить стейк. Я понял, что стейк — это самое охреневшее в плане характера блюда, потому что в рецепте написано, прежде чем пожарить стейк, немножечко его помассируйте. Ну, а я трахаться со стейком не собирался, если что, понимаете? Ну, я в итоге его стою, массирую и думаю, интересно, а ему нравится мой массаж? Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Но это еще не все, потому что дальше в рецепте написано, что после того, как вы пожарили стейк, нужно его положить в фольгу и дать немного отдохнуть. Извините, а когда стейк успел заебаться? А? Кто-нибудь подскажет мне вообще? Ну, я его помассировал. Массаж, он как бы расслабляет, понимаете? Я теперь и есть стейк не могу, потому что я привязался к стейку, понимаете? Ну, я его массировал. Он у меня откисал дома. Мы с ним как бы там куролесим. Я его не ем уже 2 недели, но мы с ним в PlayStation играем, он уже, понимаете, заплесневел, он живой организм, вот что я делаю. Вообще отношения с мясом, они достаточно сложные. Ну, то есть стейк — это вот эта самая красивая девушка, ты за ней ухаживаешь, все дела. И в этом плане мне нравится фарш. С фаршем все гораздо проще. Ты просто его сварганил, там, кинул на сковородку, котлетки готовы, понимаете? Вообще чисто визуально фарш — это стейк, который много выебывался, вот что я думаю. Вообще в карантине есть огромный плюс. Мне не приходится на улице сталкиваться с Росгвардией. Если кто не знал, сейчас любой сотрудник Росгвардии может к вам подойти на улице и проверить ваш телефон на предмет, ну, точнее, проверить ваши переписки на предмет причастия к терроризму. И я решил вот, что я буду вести максимально тупые переписки, чтобы сотрудники Росгвардии не подошли ко мне больше одного раза. Я даже Билайну на смс-ке отвечаю, что ко мне подходил росгвардеец и такой, ну нет, еблан теракт, конечно, не организует 100%. Но, с другой стороны, гораздо хуже, если они проверяют наши переписки, чтобы вычислить ебанатов и тоже взять их в Росгвардию. Типа они такие меня читают, и такие, ну, это чисто генерал-майор. Я еще люблю хлеб, обожаю хлеб. И недавно себе купил узбекскую лепешку, и я ее покушал, и у меня осталось немного лепешки, я ее решил выкинуть, чтобы она не черствела. И я ее выкинул, ко мне подлетает моя девушка и говорит, Леш, нельзя выбрасывать хлеб, потому что хлеб там дает Бог. Ну, а узбекскую лепешку мне же не мой Бог дал, правильно? Поэтому поебать абсолютно, я считаю. Леш, у меня последний. Еще... Леш, последний. Да, хорошо. У меня еще собака, ну, чихуахуа у меня, не совсем собака. И в научной терминологии написано, что чихуахуа — это собака-компаньон. И это полное вранье, потому что я с ней попытался открыть кальянку, и мы прогорели через месяц, понимаете? Ну, как собака 5 баллов, как компаньон 0. Ну, у меня, собственно говоря, все. Спасибо, все будьте здоровы. Хорошо вечера. Саша, спасибо за выступление. Спасибо большое, Алексей, Нелюбову за выступление. Движемся дальше. Потрясающе выступил Алексей Нелюбов. У него сегодня, как он сказал, последний день, да, обязательного карантина после возвращения из Европы. У меня, кстати, тоже, да, но смысл уже не ясно, какой смысл уже мне. Что делать? Мне что делать? Я, типа, сегодня отсидел дома, и дальше я буду делать что? Я пойду дальше завтра. Завтра воскресенье. Завтра последний день перед нерабочей неделей, когда все должны быть дома. И я завтра выйду и буду что? Я завтра выйду, постою на улице и такой, наконец-то, мой карантин окончен. Пойду домой. Да, потому что нечего делать. Все мои любимые места закрыты. Как минимум боулинги, да? Зачем мне выходить на улицу, если боулинги закрыты? Давайте повстречаем следующего комика на этой сцене. Очень смешной и клевый, потрясающий Денис Антипин. Ваши аплодисменты Денису Антипину. Не забывайте донатить и поддерживать московских комиков. Денис Антипин. Йоу! Йоу, привет, киберлюди! Йоу! Меня слышно нормально? Да, конечно. Супер. Давайте, актуальные темы. У меня актуально. У меня есть семейный чат. У всех есть семейный чат, наверное, если у вас есть семьи. Если нет, извините, пожалуйста. Короче, у меня есть семейный чат, потому что у меня есть семья. И мама
сегодня скинула фотографии, что она сделала маски, и, как она сказала, маски из старого тряпья, которое ей не нужно. И я узнал, что в этих масках, которые она сделала, из этих футболок, там эта футболка, которую я подарил. То есть она из футболок, из моих подарков, что я подарил, сделала маски. Вот. Мне стало немножко обидно, потому что она сказала старого тряпья ненужного. Прям, ну, акцентирование. А я еще сказал, что там какая-то хуйня валялась, вот эта, которую мне Денис подарил. Она прям так и написала. Вот, я из этого сделала что-то полезное. Но она так и сказала, она прям подписала, что не особо любит меня как сын. Там очень много было в целом почему-то оскорбительного в мою сторону. Я еще подумал, Алексей Нелюбов сейчас прошел карантин, у него 14 дней. 14 дней карантина, у тебя, Саша, тоже. Я подумал, ладно вам, да, вы 14 дней, что делать дальше? Я представил, как тяжело людям, которые сейчас только-только очнулись из комы, вышли. Такие, вау, наконец-то что? Всю кому мечтал пойти бегать по паркам. Нет. Я представляю, какой шок они испытывают. Еще тяжелее, наверное, людям, которые сидят, ну, лежат в больнице, и у них и так проблемы с легкими, они на искусственной вентиляции легких. И приводят людей, он и так еле держится, и к нему приводят куча людей, ну, рядом в наших палатах, вы знаете, наши палаты, прямо рядом кладут человека с коронавирусом, он такой, блядь. Ну, вот я так просто задумался на эту тему. Еще коронавирус, ну, я на самоизоляции, и со мной, я не один живу в квартире, я снимаю квартиру с друзьями, их двое, парень и девушка, вот, они стали, ну, и дело в том, что они в своей комнате, они трахаются, и когда они трахаются, я почему-то снова превращаюсь в ребенка, помните, ну, в ребенка, когда родители в другой комнате занимаются сексом, я такой, опа, зашуршало. Ну, они стесняются, а я тоже стесняюсь. Я боюсь выйти, знаете, просто выйти случайно, ну, мимо проходить, что где-то будет мигать, что вас заподозрили, знаете, ну, кибершутки, заподозрили, я буду проходить мимо. Ну, я прям переживаю, и, ну, они тоже стесняются, и они на фон всегда включают дурацкие ролики с Ютуба. Ну, а я не долбоёб. Ну, во-первых, слышно, а во-вторых, дурацкие ролики с Ютуба, и когда там начинается, типа, а сейчас у нас распаковка, я, блядь, знаю, что там за распаковка. Ну, я не тупой. Такие вот у меня. Я тоже хочу трахаться, но чувствую, скоро трахну их двоих. Спасибо большое, не болейте, мойте руки перед рочкой. Пока. Это был Денис Антипин. Ваши аплодисменты Денису. Потрясающее выступление Денису. Ну, честно говоря, у меня в детстве не было проблемы, что я прислушивался, когда родители занимаются сексом, да, потому что мы жили в однокомнатной, я видел все прямо напротив своей детской кроватки. Что ж, ребята, давайте продолжим, пожалуйста, и повстречаем на этой сцене следующего комика. Это несравненный Даниил Слободенюк. Ваши аплодисменты Даниилу. Повстречаем его на этой сцене бурными аплодисментами. Даниил Слободенюк. Не забывайте донатить. Это на поддержку московских комиков. Даниил Слободенюк. Здорово, народ! Привет! Я в Сочи. Так, мне, короче, не нравится вся эта тема с искусственным интеллектом, потому что мой навигатор начал строить догадки на днях. Он мне тут сообщил, впереди камера, фиксирующая нарушение. Возможно, муляж. Предлагаешь рискнуть, навигатор? Берешь меня на слабо? Я хочу математической точности от навигатора. Я не хочу, чтобы он такой, через 100 метров поверните направо. Я поворачиваю. И он такой, пу-пу-пу. Тут, конечно, раньше все по-другому было. Коронавирус нам напомнил про принца Чарльза, помните? Принца Чарльза, которому 90 лет, и он принц. Не странно всю жизнь быть принцем, а еще и принцем-стариком. Прикиньте, ну, его же 100 пудов. Прикиньте, сколько раз его в прикол называли принцессой за всю его жизнь. Причем королева Британии там, наверное, в первых рядах. Такая в коридоре выпрыгивает. Куда собралась малая? По заднице его бьет, типа по-гейски, но на самом деле очень больно, потому что у нее ключи. Она сжала ключи, чтобы было больнее. Я часто вижу в СМИ, когда происходит какая-то катастрофа, типа там самолет разбивается, они пишут, россиян на борту не было. Ура! Как мне на это реагировать? Мне всегда было интересно, каково это читать иностранцам, которые знают русский. По сути, они пишут,
Погибла кучка нерусских, листай дальше. Мне кажется, Бог проверяет. Такой, есть россияне на борту? Ему такие, нет. И он такой, неправильный ответ. Я вижу в чате, все спрашивают, какая моя любимая поза в сексе. Ладно, расскажу. 96969, это оргия. Но сейчас практикую позу 90, когда я лежу как девятка и рядом никого. И мы вообще с девушкой купили Камасутру, когда только начали встречаться. Ну, было капец неловко. Я говорю в какой-то момент, давай просто сделаем, как там нарисовано. Ну, и мы отлично потрахались с индусами. Все. Я в метро видел, что полицейским не нравится, когда люди спят на полу поезда. Я видел, как полицейские зашли на свои станции и начали выводить чувака, который спал на полу в поезде. И они прям торопились, чтобы выйти на свои станции. Я, если честно, не до конца это понял. Как будто если бы двери закрылись и поезд поехал, они такие, блядь, это уже не наша юрисдикция. На следующей станции дело бы отобрали гребаные федералы. Кажется, эти бомжи связаны. Ладно, у меня это все, народ. Спасибо большое. Не умрите от коронавируса. Пока. Это был Даниил Слободенюк. Давайте ему поаплодируем. Потрясающее выступление Данила. Классно выступил. Вот, можете заметить, насколько комики уже в сложном положении. У людей не хватает денег снимать жилье, и они фактически снимают ванну, да? Я надеюсь, у Даниила Слободенюка смежный санузел, да? Потому что тогда пришлось бы постоянно стучать в туалет, где живет уже другой комик, да, снимает уже отдельно туалет. Давайте повстречаем следующего комика на этой сцене. Это клевый комик, очень смешной, Артем Сивчук. Ваши аплодисменты Артему. Так, он почему-то еще не присоединился. Артем Сивчук. Не вижу Артема Сивчука. Пока что давайте, пока Артем Сивчук присоединяется. Гоша Сморгуленко. Ваши аплодисменты. Гоша Сморгуленко, следующий комик. Гоша Сморгуленко. Ваши аплодисменты. Гоша Сморгуленко. Поддерживайте комиков. Донатьте. Привет всем. Это я, Гоша Сморгуленко. Значит... Был недавно у бабушки с дедушкой, и у них отличные отношения, я заметил. Я думал, о чем вообще разговаривают люди, которые 60 лет уже прожили вместе. Что они обсуждают общую? Оказалось, что 90% их диалогов — это как кто-то что-то не так услышал, о чем-то своем подумал, а вон, ну, как получается. Так что, если вы думаете, что вам через 40 лет не о чем будет поговорить со своим партнером, не переживайте. Природа даст вам проблемы со слухом. Еще, значит, был у мамы с папой недавно. У них тоже хорошие отношения. Видел, как, знаете, отец играет в компьютер, к нему подходит мама, целует его. И он ей такой, Люба, отъебись. Я реально отъебалась. Он такой, ну, человек делом занят. Пойду тоже чем-нибудь займусь. Еще ходил в магазин, вот, покупал зажигалку. Я не курю, мне нужно было для ложки. В общем. И продавщица, когда дает зажигалку, она такая, вам зажигалку? И поджигает ее. Как будто я, блядь, не знаю, как работает зажигалка. И вот она такая, чувак, новые технологии. Помнишь, ты раньше? Будто бы был человек, который купил зажигалку, пришел через неделю и такой, да я не понимаю, блядь, как она работает. Я ее наполовину скурил. Еще был недавно в метро, ну и давно тоже был. Я вообще всегда в метро. И я заметил, что все взрослые женщины в метро играют в одну и ту же игру на телефонах. Ну, вы знаете, три чего-то в один ряд, чтобы это исчезло. Как будто бы взрослым женщинам даже в играх нравится убираться. Вот это их любимое занятие. Еще, значит, так, у меня осталось немного времени, как я понимаю. Последняя шутка. 30 секунд. Черт! Тогда еще короче.
У меня мать очень странно спрашивает, состою ли в отношениях. Она говорит: Гоша, ты дружишь с кем-нибудь? Я такой: ну, с Костюном дружу. А в чем, собственно, дело? И, скорее всего, он спрашивает, дружу ли я с какой-то девчонкой. Но я боюсь, что я скажу, ну да, дружу с девчонкой. А мать такая: дружишь, а надо ебать. Вдруг у меня такая мать. Все, спасибо, пока. Это был Гоша Смаргуленко, ваши аплодисменты. Гоша Смаргуленко, потрясающе, потрясающе выступил Гоша Смаргуленко. Могли заметить, что у него было написано да, на листочке надпись, вы можете подумать, что он просто забыл ее отзеркалить, да, для селфи-камеры, но на самом деле это просто такой язык, да, Гоша Смаргуленко придумал свой язык и написал на этом языке на бумажке: подписывайтесь на мой канал, и еще я забыл отзеркалить это. Итак, движемся дальше и повстречаем на этой сцене сейчас очень смешного комика, одного из самых образованных и умных комиков российской сцены, Ашот Данилян. Ваши аплодисменты Ашоту Даниляну. Не забывайте поддерживать комиков и донатить на поддержку московских комиков, оставшихся без выступлений. Ашот Данилян. Привет, всем привет. А, подождите, точно. Надо поменять камеру. Всем привет. Так, подлый коронавирус, из-за него отложили голосование по поправкам Конституции. Но, ну, знаете, я не очень, ну, типа, держат интригу, понимаете? Мы же не знаем, как все закончится. Но я не очень понимаю, зачем вообще менять Конституцию, потому что, ну, разве это принципиально, на какую из двух Конституций ложить хуй? Так, я, да, давайте о веселом. Наркоты стало очень много. Ее стало очень много, так много, что в какой-то момент ее начали называть просто аббревиатурами. Ну, знаете, типа PCP, LSD, MDA, MDMA, GBH, TGK, R2, 2CB. Ну, цифры пошли. Я недавно слышал про наркотик, который называется Альфа-ПВП. Альфа-ПВП, понимаете? Ну, закончились нормальные буквы, они на греческий алфавит перешли. Я... Ну, хорошо, что так много наркоты, потому что есть выбор, есть из чего выбирать. Потому что раньше не из чего было выбирать. Люди просто делали то, что могли, понимаете? Там есть такая лягушка, которую можно облизать, и у тебя начнутся очень жесткие глюки. Такая лягушка есть. И о ней люди знают уже давно. А значит, кто-то когда-то выяснил это на практике. Знаете, как сильно надо хотеть обдолбаться, чтобы начать облизывать лягушек? Я рад, что у меня сейчас есть выбор. Не то, чтобы я этого не сделал бы, но я рад, что у меня есть выбор. Я бы еще не хотел лизать лягушек, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, им это не очень понравится. Знаете, я думаю, когда-то давно кто-то облизал лягушку, и это изменило его сознание, но это также изменило сознание лягушки. Ну, она вернулась домой уже другой лягушкой, такой подавленной, пришла домой, никому ничего не рассказала, потому что что соседи подумают, ну, типа... Меня облизал человек. Что ты носила в этот момент? А может и нравится, я не знаю. Может быть, он облизал лягушку, потом пришел, а там 5 лягушек тусуется. И одна пошла в зал, пропотела так, чтобы от нее потом воняло. Кстати, во время написания этой шутки не было облизано ни одной лягушки. Это просто размышление. Я еще подумал, что тот факт, что существует такая лягушка, которую можно облизать, у тебя начнутся жесткие глюки, она, ну, это проливает новый свет на сказку о царевне лягушке, нет? Собственно, да, и напоследок я бы хотел сказать, что мне кажется, что доги-стайл сильно переоценен, потому что почему-то все сексуальные позы – это просто позы, а доги – это почему-то стайл. Собственно, у меня на этом все. Спасибо, народ, всем пока. Это был Ашот Данилян, ваши аплодисменты Ашоту Даниляну. Потрясающе, потрясающе выступил Ашот Данилян. Конечно, очень актуальный материал про то, что многие наркотики, они в аббревиатуре, но все мы знаем, какой главный наркотик России под названием ВВП, да, наркотик, без которого Россия не может 20 лет сидеть на этом наркотике. Давайте, пожалуйста, повстречаем на этой сцене следующее выступление. Поприветствуйте потрясающую, очень смешную Наташу Судину, ваши аплодисменты Наташе Судиной. Она выходит на эту сцену, не забывайте поддерживать московских комиков. Наташа Судина, ваши аплодисменты Наташа.
Привет. Так, всем привет. У меня сразу это политическое заявление. Надо сделать скриншот и отразить. Что думаете по поводу Лебединого озера? Можете писать, пока я выступаю. Короче, я москвичка. Я тут родилась, очень люблю Москву. Но я родилась не в том... Мне стыдно всегда говорить москвичка, потому что, честно говоря, просто я не из той части Москвы родилась, где вместо молока матери тебе сразу латте соевый дают, ну, из правой груди, а из левой там бескофеиновый латте на миндальном молоке. Нет такого. Что я первые наркотики попробовала в саду еще вместо масла каши. Я вообще из другой части Москвы. Вообще не хочется говорить. Там прям, ну, мало всего было. Там на весь двор было тихо. Блин, а как и как и все эти сбили? Это хеклеры, которые... Хелперы, но хелперы тоже сбивают. Прикольно, что в прямом эфире есть и хеклеры, и хелперы. Блин, а что, Саша, давай я решу, что у меня будет со звуком, и потом подключусь. Ну, если хорошо, не слышно. Давай. Ты тоже не слышно? А, нет, все в порядке, все слышно. Я слышу хорошо. Хорошо? Так, хорошо, тогда да. Точно? Все, ладно, значит, они. Да, я слышу хорошо. Ну, в общем, да, у меня в Москве на районе очень мало всего было, там, ну, на весь двор были одни качели и один отец, примерно так все было, и, ну, нам, правда, в семье не достался отца, нам только дед достался, мы за бабкой его донашивали, но прикольное было кое-что в деде, он меня очень любил из школы забирать, и он на это событие ходил как на главную тусу года, прям как на парад, заранее нажратым, вот, но это нормально, потому что у меня... Учительница на продленке была Нина Ивановна. Нина Ивановна считала, что для учительницы продленка это уже фриланс, так что можно венца въебать, как говорится. Так что они с дедом там на одном уровне все шевелились. Я говорю, дед, дай ключи, похуй, сама дойду. В целом, на районе в третьем классе я уже могла за себя постоять. Еще что хотела обсудить. Я давно не выступала. Извините, у меня мало опыта выступления на онлайн-площадке. Я немножко волнуюсь, так что можете меня не поддерживать. Я все равно... Не пойму. Так, простите, я подглядываю в блокнот, что я хотела написать. А, короче, из-за коронавируса. Я не знаю, как у вас, у меня просто родители в зоне риска, и я, если честно, переживаю, каждый день им пишу в WhatsApp, потому что я еще не готова к потере родных финансово. Я бы хотела быть готова к этому хотя бы финансово, но я даже финансово. Ну, то есть я сейчас реально понимаю, что, ну, на что я буду хоронить их? Ну, я перед тем, как у мамы спросить, как дела, я должна всегда спрашивать номер ее сберкнижки, понимаете? Потому что, ну, хватит ли или нет? Ну, то есть могу я день попроебаться и не спрашивать, как дела, если у нее там, ну, 10 000. Знаете, сколько гробы стоят? 70 штук. Ну, я MacBook себе лучше куплю на эти деньги. Мне проще написать маме, мам, что тебе купить из продуктов. Так что заботьтесь о своих родных, потому что финансовой подушки ни у кого нет. Это уж точно. Рассказ последний. Последнее. Я... Второй день сижу на карантине, и так спаслась батарейками, но живу дома одна, поэтому у меня постдрочевая депрессия. Спасибо большое, Наташа Судиной. Это была Наташа Судина. Ваши аплодисменты Наташе Судиной. Клево, Наташа выступила. Да, некоторые люди пишут, что иногда звук пропадает. Это потому, что комики еще, да, не готовы к выступлениям на онлайн-площадках. Не переживайте. Мы скоро с этим разберемся и будем выступать в «Матрице», уже, да, подготовленной со всеми проводами, чтобы звук был высочайшего качества. Итак, давайте продолжим и повстречаем на этой сцене следующего комика. Это потрясающий комик из Екатеринбурга, который относительно недавно переехал в Москву, Лев Еременко. Ваши аплодисменты Льву Еременко. Очень клевый комик. Не забывайте поддерживать московских комиков. Лев Еременко, ваши аплодисменты. Спасибо, все большое. Это я. Так, мой вес 62 килограмма, ну, 65, если с членом. Так, я в подъезде изолируюсь, как вы видите. Но это не так важно. На самом деле я бы хотел поговорить, что сейчас важно действительно поддерживать друг друга, поддерживать других людей. Но я заметил, что мы не умеем друг друга поддерживать. У меня лично проблема, что сказать человеку в трудную минуту, когда у него проблема. Не могу подобрать слова.
Если посмотреть со стороны, всегда выглядит так, будто человек жалуется, а я просто вздыхаю по нарастающей. Он мне что-то говорит, а я такой... Он еще что-то говорит, и я такой... Ой, блядь. Главное, чтобы человек тоже жаловался по нарастающей, иначе тупо получается. Типа, ой, Лев, мне пришлось сделать аборт. Ой, а еще я на работу опоздала. Ну, это уже хуйня, конечно. Неприятно. Вообще, ну, люди неправильно. Я недавно подруге сказал, мне пожаловалась, что у нее паническая атака, когда она застревает между станциями метро, и поезд застревает. Она сказала, что у нее паническая атака, и я сказал ей, ну, это ты, главное, не думай, что вода хлынет, и все будет круто. Так. На самом деле, сейчас, если серьезно, я открыл один психологический трюк, его используют психотерапевты в своей практике. А, так, сейчас люди пройдут, я в подъезде просто. Это реально действующий психологический трюк. Оказывается, если человек вам жалуется на что-то, главное удивиться тому, как он живет со своей проблемой. Например, мы обычно привыкли реагировать, если человек говорит, например, «я боюсь летать», и мы его говорим, не бойся, ты чё, не испытывай то, что испытываешь. Я запрещаю тебе испытывать твои чувства. Я же их не испытываю. И человек такой, ой, спасибо. Ну, обычно так не работает. Но оказывается, если удивиться тому, как человек живет со своим страхом, получается совсем другая реакция. Например, человек говорит, я боюсь летать, а ты ему такой, вау, ты боишься летать? И все равно летаешь, и человек такой, ну да, ебать, а что? Да я, ну, жить-то надо как-то правильно. Да я эти самолеты нахуй, я въебу самолету, если надо будет. Ну, не всегда, правда. Последнюю. Я тут, короче, недавно шел своей походкой обычной. Я иду пешком, и вдруг я понял, что я очень давно не прыгал. Так, чтобы прям прыг-скок. Я решил, надо прыгнуть. Я прыгнул, и знаете что? Полная хуйня. Хуйня полная. Не прыгайте. Можно расстроиться очень сильно. Ладно, всем спасибо. Не болейте, пока. Спасибо. Спасибо большое Льву Еременко. И ему тоже не болеть. Конечно, сложно. Сложно самоизолироваться в подъезде. Да? Это самоизоляция до тех пор, пока тебя не выгонят. И тогда уже придется самоизолироваться на улице. Или что еще хуже, под теплотрассой, да, придется самоизолироваться. Итак, я хочу напомнить вам, что Инстаграм разрешает записывать трансляции и вести только вплоть до часу времени. Мы начали в 20:00, так что еще два комика, и нам придется сделать небольшой антракт. За это время вы сможете пойти на бар, снова себе что-то заказать, в туалет, может быть, выйти покурить из нашего стендап-клуба, и потом мы вернемся после антракта уже во второй трансляции, которая тоже будет длиться час. Итак, повстречайте на этой сцене следующего комика. Это очень смешной молодой комик с московских опенмайков Тёма Печерский. Ваши аплодисменты. Давайте повстречаем Тёму Печерского. Ваши аплодисменты Тёме Печерскому. Не забывайте поддерживать московских комиков. Всем привет, карантинные. Чё как? Итак, напишите, кто как проводит карантин. Я лично решил для себя, что я буду образовываться. И понял для себя недавно, что я обожаю программу «Дорогая, мы убиваем детей». Потому что только там можно еще раз увидеть героев беременных 16. Я люблю Гарри Поттер, это уже другая шутка. Я такой подготовленный. Я люблю Гарри Поттера. Поаплодируйте, кто тоже любит Гарри Поттера. Да, запись 2007-го, блин, комментарии. Нужно не обращать на вас внимания. Пишите, что вы... О, блин, давайте сыграем. Я говорю «Хей», вы говорите «Хоу». «Хей». «Хоу».
Оу. Хей. Оу. Спасибо, Саша. Ладно, продолжим к материалу. Я люблю Гарри Поттера, и я считаю, что в Гарри Поттере магия появилась еще до того, как Гарри Поттер попал в Хогвартс. Как минимум в том моменте, когда Хагрид оставил его с билетом на 9 3/4 и не проводил его до конца. Потому что я считаю, что магия в том, что Гарри Поттер нашел эту станцию. Потому что будь я на месте Гарри Поттера, я бы ничего не нашел. Я бы просто проходил 6 часов по станции с этими чемоданами и совой. Если бы я увидел рейджеров, которые идут в стену, я подумал, мне туда не надо. Вряд ли это какой-то Хогвартс вообще сам по себе. Я еще понял, что легко себя ассоциирую с Роном Уизли в той сцене с поездом. Если что, так пока первую часть посмотрел, поэтому только сцена с поездом, когда проходит кондуктор со сладостями, такая, ребята, вам что-нибудь надо? Ну и там Рон Уизли с своим говном в целлофановом пакете такой, у меня свое из дома. Я такой, о, это я. И рядом Гарри Поттер со всеми деньгами этого мира такой, давайте мне сюда всю тележку. Ну, если бы так, я бы поступил так же, как и Рон Уизли. Я бы такой, о, с этим парнем я буду дружить. С этим чуваком я на 11 фильмов останусь точно. Теперь такой вопрос в зал специально. Кто-нибудь помнит другие факультеты, кроме Гриффиндора и Слизерин? Я просто потому что не очень помню, собираюсь этим как раз на каникулах заняться вот в этих. Поэтому, ну, я просто думаю, что их особо не запоминается. Вообще непонятно, как туда попали эти люди, Коктевран, Пуффендуй, Хапплпафф. Это вообще там 3-4 факультета, непонятно. И мне кажется, что, знаете, другие факультеты – это просто платники. Мне кажется, они платят за то, чтобы учиться в Хогвартсе. У них не вот эта вот общага типа с дверьми, такими, типа в виде картины с лестницами. У них просто вот это вот общежитие в Бутово где-то, мой любимый район, с дыркой в полу на всех. И магия запрещена, потому что это специальные факультеты без магии. Я еще, поскольку комедия – это мой лучший заработок, и сейчас это не лучшие дела, я думал о работе недавно, и поэтому я недавно понял, что я не смогу стать этим чуваком в метро возле эскалатора, потому что я не знаю, как туда устроиться даже. Мне кажется, что это просто парень, который стоял в метро, к нему подошел еще один чувак и такой: «Стой! Никуда не уходи, я скоро вернусь». И остался так, решил построить себе дом и следить за этими эскалаторами, будто он хозяин, и так везде. Последнюю. Отлично. Я недавно подумал, за кого едят в детдоме. Ну, знаете, вот эту ситуацию, когда ребенок подходит, ну, когда воспитанец подходит к ребенку и такой: «Давай за маму», и в голове вопрос. У меня на этом все, народ. Спасибо большое. Это был спасибо, Тёма Печерский. Ваши аплодисменты Тёме Печерскому, конечно, интересно, как комики сейчас перестраиваются, да? Не все привыкли выступать онлайн и смотрят эти чаты, и то же самое испытывают, как когда начинали выступать вживую, потому что раньше они выходили на сцену и такие: «Ой, какой яркий свет!» Теперь они такие: «Ой, какой чат, вы все пишете!» В будущем, да, комики будут выходить и такие: «Вау, я не привык выступать на Марсе!» А следующий комик на этой сцене — Саша Малой. Давайте поаплодируем Саше Малому, повстречаем его на этой сцене. Санек, тебе слово, не забывайте поддерживать московских комиков. Саша Малой. Привет, народ. Извините, я немного не вовремя. Привет, народ. Всем добрый вечер. Итак, первая шутка. Любое дело сложно начать. Самое сложное в любом деле – это его начать. Мне кажется, очень четко это видно в новом рулоне туалетной бумаги. Это умора. Значит, я много смотрю аниме и заметил, может, это моя паранойя, но, по-моему, когда они плачут в аниме, они реально плачут. Тоже. Потому что невозможно так плакать в мультике, чтобы я заплакал тоже. Невозможно так плакать. Они реально плачут. Они плачут, и я прям такой, блядь, надо что. В общем, наверное, я параною. Но, слушайте, почему никто не охуевает от того, что у нас паровозы под землей? Почему все до сих пор ходят по этой земле и думают, что, блядь, паровозы под землей? Езжу там каждый день. Я думаю, как, наверное, в каком шоке
Был чувак, когда придумал вообще это, после паровозов, которые были на земле, он приходит к каким-то людям и такой: чуваки, давайте ебанем паровозы, прикиньте, паровозы, как здесь, только под землей. Они такие: где? Он говорит: под землей ебаним паровозы, под землей. Они такие: что ебанат, мы не будем этого делать. Он говорит: паровозы под землей, и они сделали их. И приходит, мы приходим снова и такой: давайте теперь сделаем паровозы в небе. Они такие: ну здесь уже не наебывают нас. Это мы еще не поверили, паровозы под землей. Ладно. Знаю, что это экспериментальная комедия. Значит, недавно, значит, я делал девушке кунилингус недавно. И во время того, пока я его делал, у нее, значит, пошел воздух оттуда. И получилось, что она пернула мне вот так вот в губ. То есть меня чуть надуло. Тут вот так вот. Надуло немножко. И я сначала посмеялся, мы посмеялись. И я продолжил, потому что ночью это смешно, действительно, ситуация сильно смешно. Я посмеялся, она посмеялась. Я продолжил, дабы не терять атмосферу. Я продолжил быстренько. Но тут второй, получилось так, что было второй раз вышло, и мы снова посмеялись. Но я даже не стал обращать долго внимания на смех и сразу продолжил. Но потом получилось третий раз, и здесь можно такие: ну нахуй, занятие очень смешно, уже слишком смешно. Последнее, Санек, последнее. Я подумал, да, я заканчиваю. Я подумал, что если там может скапливаться воздух, то есть они скапливаются там пузырями, получается, и теоретически, если когда-нибудь в этом мире возникнет вагинный дайвер, он сможет использовать эти пузыри с воздухом, чтобы подышать в момент, когда уже не сможет плыть. Я подумал, можно ли еще так надуть девушку, чтобы она прям выстрелила твоим членом. У меня на этом все. Спасибо, что послушали. Спасибо большое, Александр Малой. Спасибо, Саньку. Давайте ему поаплодируем. Профессионально настроил свет на своей площадке. Александр, вагинный дайвер Малой. Как Саша погружен в мир вагин, так и мы погружены в нашу комедийную атмосферу. Но нам придется немного всплыть на поверхность на следующие буквально пару минут, пока я закончу эту трансляцию и начну новую, потому что уже час прошел. Да, Инстаграм не разрешает делать трансляции дольше часа. Я закончу эту и сразу же начну следующую. Можете сходить к бару, выйти на улицу покурить, сходить в туалет. Туалет у нас находится вон там вот. Спасибо, что смотрите. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь. Привет, друзья! Подключайтесь, пожалуйста, располагайтесь снова, возвращайтесь на свои места. Присаживайтесь поближе к сцене. Скажите, если слышно. Все хорошо слышно? Напишите, слышно ли. Напишите, хорошо ли слышно. Мы скоро начинаем. Подсаживайтесь, пожалуйста, поближе к сцене. Берите свои напитки. Я не кашляю из-за коронавируса, я просто подавился кока-колой, самым здоровым напитком в мире. Что ж, давайте, наверное, будем уже начинать. Мы продолжаем нашу... Спасибо, что забил кальян, Артемка. Вынеси его из зала, потому что в нашем стендап-клубе запрещены кальяны. Берите закуски, что-нибудь себе, маленькие бургеры, закажите сет мини-бургеров, покушайте, подсаживайтесь поближе. Сейчас
будем начинать. Что ж, привет всем снова, это я, Санек, ведущий открытого микрофона. Спасибо, что продолжаете смотреть, это вторая часть. Второй час уже длится наш открытый микрофон. Потрясающие выступают комики. Спасибо, что вернулись после антракта. Я расскажу еще немного новых заметок, чтобы вернуть немного после антракта атмосферу комедии. Так, значит, я часто думаю, чтобы я сказал Путину, да, мы часто думаем, это распространенный сейчас вопрос, его на интервью постоянно задают, что бы ты сказал Путину при встрече, я тоже начал задумываться, что бы я вообще сам сказал Путину при встрече. И я думаю, что вот, что бы я сказал, если бы я увиделся с Путиным, я бы ему сказал... Вот что бы я сказал Путину. Путин, хватит, а? Хватит Путин, хорошо? Может, хватит уже Путин? Может, уже достаточно? Путин, ты серьезно? Вот что бы я сказал Путину. Ты серьезно, Путин? Ты серьезно? Путин, хватит! Перестань! Что ты устроил, Путин? Так, следующий мой материал. Мои родители странные. Моим родителям как будто бы они из тех людей, которым недостаточно объяснения. Я, если мне человек говорит, что он чего-то не хочет, это достаточно для меня причина. Я говорю девушке, давай сходим погулять. Она такая, я не хочу. Я такой, достаточная причина, человек не хочет. Но мои родители, они не такие люди. Им недостаточно, что ты не хочешь. Им нужна весомая аргументация. Ты не можешь просто сказать, что ты не хочешь. Нужна, ты можешь не делать то, что тебе не нравится, если у тебя прям весомые причины. Ты не можешь просто сказать, я не хочу к бабушке ехать на дачу, да, ты не поедешь, только если там прям серьезные причины, типа они такие, почему ты не хочешь ехать, и ты такой, ну, она наняла наемных убийц, чтобы совершить мое заказное убийство, и они такие, поняли, все, не обязательно, все, не обязательно к ней ехать, Санек, раз она наняла хитмана, чтобы убить тебя. И, кстати, я не понимаю, как после всех этих игр и фильмов все еще на полном серьезе есть мужики, которые на полном серьезе, лысые мужики, которые носят черные пиджаки с красными галстуками. Я не понимаю, как это происходит. Я недавно увидел такого в аэропорту и думаю, блин, нужно держаться подальше от шахты лифта. Он смотрит на меня и проволоку в руках вот так сжимает. Было, конечно, неприятно. Итак, давайте повстречаем на нашей сцене сегодняшней следующего комика после антракта. Мы продолжаем наш открытый микрофон. Комики рассказывают свои новые шутки, чтобы проверить их, чтобы вставить потом в свой материал или не вставить. Петросяну. Не забывайте поддерживать комиков донатом. Александр Петросян на этой сцене. Привет, человеки! Здорово! Меня слышно? Да, тебя слышно, Санёк. Здорово. У меня все хорошо, все отлично, народ. Я за время изоляции вот что подумал. Я такой подумал, надо поработить человечество. Хочу поработить человечество, но все помешала одна вещь. Я еще скачал премиум аккаунт на Pornhub, и теперь каждый день у меня этот запал заканчивается. Народ. Каждый день. Я еще решил поэкспериментировать над образами. Давайте попробуем. Вот. Понятия не имею, на кого я. Понятия не имею. Но все, кого вы подумали, такой, о, вот это да, 100%. Пишите в комментарии, может быть, в следующий раз я что-то с этим придумаю. Есть еще один образ. Вот такой. Подумал, что, скорее всего, я похож на какого-то ученого, который злого гения, но, скорее всего, я человек-психиатр. Мне кажется, я разберусь в этом. И вот у меня есть парочку картинок. Вот, пожалуйста. Если в голове у вас появляется
вопрос. Саня, нахрена ты это распечатал? Значит, с вами все в порядке. Все нормально, я просто немного схожу с ума. Все хорошо. Так, ребят, я вот что, о чем еще подумал, что я чуточку больше, чем зубная фея, и вот какая ко мне мысль пришла. Я недавно задумался, интересно, а вот какашки у меня такого же размера, как у всех людей? Я считаю, что это нужно проверить. Но сейчас этого нет, потому что для этого нужно собрать очень много людей, прийти в большую компанию, где очень много людей, сходить в туалет и не смыть за собой. Если кто-то после меня выйдет из кто не смыл за собой, шалость удалась. Если вы скажете, что нет, спалили. Я живу с сестрой и ее мужем и племянником, и вот что я понял, что родительские инстинкты моей сестры и ее мужа немножко перешли и на меня. Как-то ко мне в комнату заходит муж моей сестры и говорит, Санек, уже поздно, надо спать, и выключает в моей комнате свет. А сестра запеленала. И вот о чем я подумал. Последнюю, Саня. Да, что я безумно люблю своего племянника, И вот о чем я подумал, что я, наверное, буду первым человеком, с которым он накурится. Я, конечно, категорически против наркотиков, но если он пиздец как захочет, я его накурю, наверное. Понимаете, я к тому, чтобы он ни с кем никогда больше не пробовал на улице. И... Потому что, наверное, прикольно покурить со своим дядей, но если твой дядя еще и карлик, охренеть. Ну, лучшей компании туда не будет, понимаете? Вот, народ, приходите все в гости, у меня ничего нет, но можете приносить с собой. Все, спасибо вам большое, пока! Это был Александр Петросян, автор худшего пожелания во времена пандемии. Не приходите к нему в гости ни при каких обстоятельствах, потому что у него еще очень много очков, которые он будет примерять и на вас. Александр Петросян, давайте ему поаплодируем. Если честно, если вы не знали, то это уже второй наш онлайн-открытый микрофон, и это уже второй открытый микрофон, где у Саши другая прическа. Если вы посмотрите предыдущее видео, вы увидите, что у него была другая прическа, и сейчас он лысый, и это круто, но это будет ошеломительно, если в следующий раз у него тоже будет новая прическа. Представляете, как вы заходите, а у него дреды, и вы такие, мы вообще не понимаем, что здесь происходит, а потом оказывается, что все эти трансляции на самом деле в записи, и мы перемешали их во времени, чтобы свести вас с ума. Итак, давайте продолжим. Мы встречаем на этой сцене следующий комик, очень смешной, молодой комик Эдуард Чернышенко. Ваши аплодисменты Эдуарду Чернышенко. Ваши аплодисменты. Не забывайте поддерживать комиков, им нужна сейчас ваша поддержка без выступлений вживую. Эдуард Чернышенко. Всем привет. Привет, народ. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Это Д, если что, это чек, мой Инстаграм. Блин, Санек был в очках, вот, в солнцезащитных, похож на очень крутой большой палец. Ставьте лайк, если так вам тоже показалось. Просто затюнингованный большой палец. Вообще, хотел поговорить на тему пикапа. Я не понимаю, почему пикап до сих пор существует как явление, что девушки не прикрыли пикап. Потому что у них... Ну, я боюсь за маму, за сестру, за бабушку, что пикаперы на все способны. У меня реклама постоянно пикапа вылазит, типа, очень уверенная. Они пишут, типа, 100% гарантия, оплата по факту. Я боюсь, там скоро будет реклама. Чувак, если тебе не отсосут, я сам тебе отсосу. Вот такие мы пикаперы крутые. Вообще, я зашел на сайт пикапа, он называется «Гильдия пикапа». Гильдия. Девушки против вас, армия. У них есть свои книги. Если была книга «Как трахнуть Эдика Чернышенко», я бы напрягся. Я скорее там не книга, а открытка была. Пикап — это же типа искусство соблазнения, да? И как, например, боевые искусства, тебе нельзя заниматься ими на улице. Тебе нельзя использовать свои навыки на улице, если ты каратист. Надо также сделать с пикаперами. Пусть ебут только друг друга в зале. Что им нельзя
заниматься сексом с девушками. Чтобы ты пришел к мастеру, он тебя трахает на первом занятии, ты полгода ходишь и такой: хороший у меня мастер, конечно, когда же я трахну своего мастера? У девушек тоже, кстати, есть курсы, курсы по минету. И я видел статьи, антипикап статьи. Девушки писали антипикап статьи, потому что они знают, что такое пикап, что это опасно. Я хочу написать свои антиминет статьи, потому что это тоже опасно. Парни тоже попадаются на эти уловки. Мне кажется, идеальная пара нашего времени – парень с курсов по пикапу и девушка с курсов по минету. Ромео и Джульетта нашего времени. Правда, потом на курсы по психотерапии придется ходить. Ну, ничего. Еще я вчера познакомился с девушкой. Вот буквально вчера случилась ситуация. Я познакомился с девушкой. Да. И она мне сказала: Эдик, мефедрон – это очень крутая тема. Я думаю, каждый человек в мире должен хотя бы один раз попробовать. И потом она сказала: ну, у меня один раз не получилось, я целый год сидела на мефедроне. Но один раз стоит попробовать, но у меня не получилось. Эд-чек. Всем пока. Пока. Эд-чек. Давайте ему поаплодируем. Потрясающе выступил Эдик, автор самой необычной татуировки на лице. Давайте продолжим наше мероприятие и повстречаем на этой сцене следующую комики. А, да, она же не сможет. Давайте повстречаем очень клевый комик, очень смешной. Один из участников передачи «Седаун». Давид Квахаджилидзе. Ваши аплодисменты Давиду Квахаджилидзе. Давайте повстречаем его на нашей сцене. Не забывайте поддерживать московских комиков. Давид Квахаджилидзе. Да, привет, всем здрасте. Огромная аудитория, самая большая, на которую я выступал. История. Я недавно спас жизнь своей девушке. Рассказываю, как это было. Лежали дома, смотрели фильм. Я сидел, она головой лежала у меня на ногах. Смотрели «Охотников за привидениями». И в какой-то момент фильма я почувствовал в районе своего желудка такое бульк. Ну и, скажем так, призрачное войско направилось на выход. И мы с ней просто в разных мирах оказались. Она лежит, фильм смотрит, а у меня в голове Древняя Греция. Там трево... Это я микрофон накрываю, звук, чтобы примерно получился. Тревога! Опустить врата, закрыть все, что можно. Там такой затвор на эти ворота. Я спину на эти ворота навалился. Тут такие: бум, открывай. Мы знаем, она там. Ну, они за ней пришли. Меня они не трогают. Мы с ними часто видимся. Она лежит, фильм смотрит. «Охотники за привидениями». Знал бы ты, какой Каспер в 10 сантиметрах от тебя находится. Ты бы так не расслаблялась. У нас с ней вообще много интересных диалогов случается. Она недавно спросила меня, интересный вопрос, кстати, я до сих пор не нашел для себя ответ. Она говорит: а что приносит тебе больше удовольствия, секс или еда? Я, честно говоря, не знаю, поэтому спрошу у вас, похлопайте, кто за секс? Всем, видимо, еда нравится, тупая домашняя заготовка. В общем, я склоняюсь к еде. Потому что, вот почему. У меня бывало такое, что я очень вкусно поел и думаю: я как вкусно было, быстрее бы проголодаться, чтобы еще раз поесть. А когда я хорошенько трахаюсь, я думаю: блин, сейчас еще вкусно поесть, и вообще пиздец, идеально будет. Не знаю, единственный плюс в копилку секса — это то, что после плохого секса не бывает диареи. Это все, что я для себя вынес. WhatsApp, небольшое наблюдение по WhatsApp. У меня очень раздражает эта функция, что вы наверняка все в курсе, отправленные сообщения уже довольно давно можно удалять и у себя, и у другого человека. И я считаю, что это прекрасная функция, которая прекрасно работает в ВКонтакте, в Телеграме, потому что там сообщения просто исчезают. А в WhatsApp человек видит, что ты удалил сообщение. Пиздец, медвежья услуга, я считаю. Типа, сообщение мы удалим, но почувствуй себя мудаком, придумай, что ты там за херню отправил и почему удалил. А этот глюк с аудиосообщением, когда ты прикладываешь к уху и всем вокруг все слышно, мне ведущий светит. Все, я понял, Саша. Прикладываешь к уху и всем вокруг все слышно. Раздражает нереально, потому что есть нормальные люди, аудиосообщения от которых можно спокойно прослушать. Но есть люди, аудиосообщения от которых — это, блядь, ящик Пандоры. Никогда не знаешь, что оттуда вылезет. Прежде чем это аудио включить, ты сначала по сторонам смотришь, никого не заденет. А потом начинается эта игра. Надо включить и закинуть очень точно в ухо.
Спасибо, что послушали. Играйте в Warzone, но с компанией. Играйте с Xbox, потому что там автодоводка, это читерство, я так считаю. Спасибо, Саш, спасибо, зрители. Всем пока. Отлично, это был Давид Кохаджилидзе. Давайте поаплодируем ему. Потрясающе выступил Давид. Как вы могли заметить, Давид уже постепенно адаптируется к новой жизни комика, когда он не может выступать. Даже купил себе геймерское кресло, чтобы начать карьеру видеоблогера. Но, возможно, он просто нас обманывает, чтобы мы завидовали ему, и на самом деле у него нет геймерского кресла. Он просто смастерил себе вот эту только верхнюю часть и привязал ее к табуретке. Давид Квахаджилидзе, ваши аплодисменты. А следующий на эту сцену приглашается очень смешной комик из Москвы, Максим Эламбило. Ваши аплодисменты Максиму. Он должен быть следующим. Так, почему я не вижу? Пока Максим подключается, давайте повстречаем на сцене Тейран Абединов, следующий комик. Тейран Абединов, ваши аплодисменты. Тейран Абединов. Ваши аплодисменты, Тейран Абединов. Не забывайте поддерживать московских комиков. Так, не ожидал, что сейчас я. Знаете, какой кофе любят собаки? Ра. Я живу с девушкой уже полгода. И чувствую, что у нас с ней какая-то химия. А с девушками до нее у нас скорее была география. Я боюсь высоты, никогда не катался на чертовом колесе. Боюсь высоты до чертиков. Многие люди говорят, что они дискобол, хотя на самом деле они просто шар для диска. Моего друга искала полиция, и он сказал: притворись дураком, сделай вид, что ничего не понимаешь и не знаешь. Я сказал ему: в смысле? У шампуня против перхоти больше своей позиции, чем у многих людей. Я хочу быть великим настолько, чтобы в смерти люди считали, сколько бы мне исполнилось лет. Я заметил, что сейчас люди стали больше заботиться о других людях, о животных, о природе. Что дальше? Что? Вы чего добиваетесь? Счастливой жизни на планете? Вот этого хотите, да? У меня есть любимое теплое зимнее одеяло. Я укрываюсь им круглый год, чтобы это было просто любимое одеяло. У меня все, спасибо. Спасибо большое Тейрану. Потрясающее выступление Тейрана. Абединова очень клево выступил Тейран. Спасибо ему большое. У Тейрана была шутка, где он начал размышлять, что будет дальше. И меня очень веселит, когда люди размышляют в такую сторону каждый раз. Мне хотелось бы услышать однажды в разговоре, чтобы человек сказал: ну и что? И что дальше? Что? Мне не нравится... обычно люди продолжают что-то дальше говорить, они начинают размышлять, что может быть дальше. Но я бы очень хотел посмотреть на человека, который в этом плане заходит в тупик, и у него не хватает воображения придумать, что будет дальше, чтобы он такой: да? И что дальше будет тогда? Что? Что будет дальше? Я не знаю. Никто не знает. Всем пока. И уходят со сцены, и люди сидят в зале и такие: что? Ты ушел? И что дальше? Что нам делать дальше? И придумывают, потому что их воображение оказалось лучше, да. Хорошо, давайте повстречаем следующего комика на этой сцене. Очень смешной комик. Это Дима Колыбелкин. Так?
Он здесь? Почему-то не, я не вижу Диму, Диму Колыбелкина. Дима Колыбелкин. Так, ни Максима Ламбила не подключается, ни Дима Колыбелкин. Не вижу их в заявках. Дима, пожалуйста, подключись. Или дальше по списку, кто после Димы, пожалуйста, подключись. Коля Болт. Давайте повстречаем Колю на этой сцене. Коля Болт, ваши аплодисменты. Встречаем Коля Болт на этой сцене. Не забывайте поддерживать комиков. Отправляйте им донаты. Эти деньги пойдут на поддержку московских комиков. Коля Болт на этой сцене. Бонжур, всем привет. Слушайте, я вот думаю, что во время апокалипсиса нужно запасаться важнейшими навыками для жизни. Например, нужно научиться красться. Я играл в большое количество постапокалиптических игр, и это один из важнейших навыков. Красться — это очень важно. В любом случае, если даже этот навык мне не пригодится, пригодится потом, если я захочу, чтобы моя жизнь прошла незаметно. Хватит покупать туалетную бумагу. Перестаньте, это не очень прозорливо. Я вам сейчас объясню, почему. Я прихожу в магазин, и там уже кто-то все купил, и кто-то наверняка такой подумал, так, сколько я сру? Мне нужен один рулон на 3 дня. Это в 10 раз меньше, чем дней в месяце. Соответственно, мне нужно 30 рулонов. Но что, если это все продлится до сентября? Куплю я себе, пожалуй, 80, и уходит, а потом прихожу я, и мне надо уже сейчас. Ну, понимаете, это несправедливо. Я считаю, что если вы такие прозорливые, покупайте побольше биде. Вкладывайте деньги в это или спросите у братьев-мусульман, как это делается без бумаги. Тем более, что это вообще за херня бумага? Она же растворяется, как рафинат в чае в вашей заднице. Такая вот мысль. Еще мне недавно приснился сон, что у моего сына повысилась температура. И я стал молить Бога о том, чтобы он снизил температуру, и Бог меня услышал, и на следующий день у сына был 1 градус. И последняя, наверное, мысль. Мне очень страшно, на самом деле, выступать онлайн, потому что я этого никогда не делаю. Знаете, есть люди, у которых агорафобия, они выходят на улицу и боятся людей, они поэтому не выходят на улицу. Вот я также не люблю выходить в онлайн, и я очень завидую людям, которые это делают смело. Знаете, люди, которые разговаривают по фейстайму со своей семьей. Я только не очень понимаю, почему иногда они ставят телефон слишком низко. Мне кажется, это будет страшно, если твой папа уехал на заработки в другой город, и он такой, меня долго не будет, возможно, мне будет тяжело, я буду иногда звонить. И через неделю мама зовет тебя, иди, пожалуйста, папа звонит, ты приходишь, а он такой вот, привет, всем привет, я тут поднялся охуенно. У меня на этом все, не болейте, до свидания. Все, спасибо большое, Коля. Коля Болт, это был его выступление Коли, потрясающее прямое включение было из фильма «Неоновый демон». Потрясающе выступил Коля. Движемся дальше и повстречаем на этой сцене. Попробуем снова подключить Диму Колыбелкина. А вот и он, повстречайте, Дима Колыбелкин. Ваши аплодисменты, Дима Колыбелкин. Класс. Дима Колыбелкин, ваши аплодисменты Диме. Не забывайте донатить, поддерживайте московских комиков. Супер. О, привет, ребят. Так, следующую шутку расскажу для моего ржулика Кости Захарина, который тут на трансляции, я вижу его комменты, смотрите. Первый мой сексуальный опыт, расскажу про сексуальный опыт. Мой первый сексуальный опыт был 3-часовой кунилингус. Думаю, достойно аплодисментов в чате. Это, знаете, неудобно, как 3 часа есть арбуз без рук. Вот, 3 часа кунилингус, первый мой сексуальный опыт, к концу я закончил и такой, блин, я, кажется, больше девственник, чем был в начале. Ну, прикиньте, 3 часа я не стал смотреть список Шиндлера, лучший, 5-й в списке лучших фильмов. Подумал, 2 часа 40 минут слишком долго, пойду лучше пизду полежу.
Да, еще у меня дефицит эмоций, потому что я в 90-е родился. Я мало испытываю эмоции. У меня двое родственников умерло за все время моей жизни. Смотрите, у меня умерла прабабушка. Я был маленький еще тогда. Со мной начала разговаривать мама про это, сказала, помнишь Барсика? Вот, теперь прабабушка с ним на небе. И весь разговор я ничего не испытывал. Я думал только одно. Как странно звали моего младшего брата. Вот. И потом уже умер дед, и я уже был взрослее и смог оценить все мероприятия этого странного дела. Когда, знаете, ну, похороны, там куча мероприятий, было автопати. Ладно, я не буду чесаться, простите, пожалуйста. Да, раз вам не нравится, расскажу другую шутку для пропорно, молодежную. Я женщинам сочувствую, потому что недавно сидел на порно-сайте и увидел ролик, который назывался «Порно от первого лица женщины». И я теперь женщинам очень сочувствую, потому что это была самая скучная хуйня, которую я видел в жизни. Там камера 7 минут снимает стену и просто трясется. Потом камера переходит вниз, видно руку, которая опирается очень много пола. Я даже засомневался, я вообще дрочить сюда пришел или интерьерами наслаждаться. Да, зато понял, девчонки, почему вы по теме выбора обоев так угораете. Но потом была хуже, там началась сцена, где мужской живот вот так приближается, отдаляется. У меня еще ноутбук прям на уровне лица лежал. Голова закружилась от полного погружения, я выключил нахуй. Ладно, всем спасибо, ребят. Это был Дима Колыбелкин. Ваши аплодисменты Диме Колыбелкину. Отличное выступление. Забавно смотреть на динамику. Так вот, да, Дима Колыбелкин — это ответ на вопрос, а как бы выглядел тот ребенок из фильма «Суперсемейка», да, если бы он продолжил взрослеть. Именно так бы он и выглядел. Забавно, какая динамика, я наблюдаю уже второй открытый микрофон. Первая трансляция начинается потрясающе, все поддерживают друг друга, потом проходит час, начинается вторая, и почему-то на ней остается много людей, которые пишут ужасные комментарии. Не пишите комикам, пожалуйста, негативные комментарии, потому что это сбивает ритм, и комики еще не привыкли к онлайн-выступлениям, а привыкать, конечно же, нужно, да, я уверен, нам это потребуется. Большинство людей думают, а, скоро это закончится, но я не уверен, что это скоро закончится. Это скоро закончится, возможно, если это эти слова применимы к нашему спокойному существованию, да. Так что держитесь, будем учиться выступать. Кирилл Светлов хочет подключиться. Сейчас мы с ним наладим контакт. А пока что давайте повстречаем следующую комикессу. Потрясающая, очень смешная, вы наверняка ее знаете. Это Ариана Лалаева. Ваши аплодисменты Ариане Лалаевой. Не забывайте поддерживать московских комиков. Ариана Лалаева. Привет! Как связь? Все супер, извините, хорошо слышно. Первый раз в трансляции. Так, привет, Саш, всем привет. Я к вам тоже с политической повесткой небольшой. Я, кажется, поняла, почему у нас в стране все так плохо, но одна из причин. Просто Путин некрасивый. Ну, некрасивый он человек, некрасивый мужчина. Иисус очень привлекательный был, красивый мужчина. Его поэтому все любили и слушали. Но он еще дела хорошие делал, помимо этого. Ну, его бабушки любят, потому что его еще помнят молодым и привлекательным. Тогда еще флюиды, наверное, у него какие-то были. Сейчас все закончилось. Ну, я объясняю этим его поведение. Его булили очень много. Он как-то девочка, которую в школе булили. Она потом домой приходила, куклам глаза выковыривала. Потом шла, расстреливала все в школу. Вот кого мы создали. Комплекс у него, очевидно, страной самый большой управляет. Ну, очевидно, какой у него комплекс. Ну, очевидно. Его стебали. Эй, Путин, короткоствол. И он такой, вот зато страна у меня какая, видели? Вот такая страна. Я не знаю, не страшно рассказывать эти шутки, потому что, ну, ко мне придут его друзья меня забирать куда-то и скажут, это ты говорила, что Путин некрасивый. Я такая, да, мы забираем тебя в тюрьму. У нас теперь в Конституции есть статья, где нельзя говорить, что Путин некрасивый. Я считаю, что страна будет процветать, если каждая женщина в стране с уверенностью и искренностью сможет сказать, я хочу от президента ребенка.
кто-нибудь в России может сказать, я хочу от Путина сына? Максимум, я хочу от Путина сына спасти. Вот что говорят. Ладно, извините за это. Что там дальше? Моя политическая повестка закончилась. Кстати, вот начала женскую репродуктивную систему изучать. Раньше как-то руки не доходили. И вообще, ну я подумала, ну 22 года, пора уже понимать, что за дичь там происходит. А там реально какая-то дичь происходит. Там что-то трубы, одна сюда, туда, одна в канализацию уходит. Так, аквапарк какой-то. Я еще узнала, что яйцеклетка, у нее всего одна же функция, ради чего она была послана в мой организм, всего лишь одна функция — радовать людей. Ну, еще функция есть. И оказывается, есть всего 3 дня в месяце, 3 дня, когда она готова ее выполнять. Всего 3 дня. То есть халтурщица, она выбрала себе график работы как какое-то региональное государственное учреждение странное, МФЦ. Когда ты приходишь во вторник днем, а тебе говорят, а закрыто. Женщина такая в кассе, и ты такой, ну как, вторник, 2 часа дня. Она такая, да-да-да-да-да. Приходите в пятницу вечером, будем работать. Так, спасибо, что поддерживаешься. Блин, как вообще жутко в трансляциях выступать. Надо, чтобы закадровый смех был, как 6 кадров, чтобы хотя бы немного чувствовать. Все, последнюю шутку расскажу. Не понимаю, когда в прогнозах погоды пишут, температура +2 ощущается как -3. Я жду, что метеорологи пойдут еще дальше в своих личных ощущениях. Типа, температура +2 ощущается, как в фильме «Белый плен» про собак замерзших. Помню, с мамой смотрел. Отец тогда только ушел от нас, а у него халатик тогда был такой бархатный-бархат. Я к нему так прижимался, и борщом так пахло приятно, знаете. А бабушка там пирожков наварила. А тогда +2, конечно же. А вот такая шутка у меня на этом. Все, ребят, продолжайте наслаждаться вечером. Спасибо, Саш. Всем пока. У меня все. Спасибо большое, Ариане Лалаевой, за выступление. Клево выступила Ариана. Всегда приятно видеть Ариану на выступлениях. И сегодня тоже, да. Вы могли заметить, что после каждого комика я пытаюсь какой-то подвязать какую-то шутку, рассказать, но сейчас не смог, потому что я тут переписывался в интернете. Сами понимаете, это жизнь в 21 веке, в эпоху карантина, здесь трансляция, тут переписываешься, да, еще и чтобы не заболеть коронавирусом, используешь такое современное средство, как ноги в тазике с кипятком. Потому что ты не заболеешь, если ты держишь ноги. Вы знаете, что если ты держишь ноги в кипятке, ты не заболеешь коронавирусом, потому что у тебя будет большой ожог ног, соответственно, шок, и ты умираешь от боли. Движемся дальше и повстречаем на этой сцене очень-очень смешной комик. Все-таки он, я надеюсь, он пока не может подключиться, поэтому дальше повстречаем Маргариту Юкобсон. Очень смешная комикесса. Давайте повстречаем ее на нашей сцене. Маргарита Юкобсон. Ваши аплодисменты. Да, слышно? Ага. Слушайте. Я вообще не умею стильно одеваться вообще. Я вижу очень-очень много крутой одежды. Что? Алло. Нет. Алло, все хорошо, ничего не говорил. Извините, тут просто официант проходил, я отвлеклась. Короче, я вижу очень много крутой одежды, но она вся почему-то надета на других людей. Вот. А когда я прихожу в магазин, там нету этой крутой одежды вообще. Возможно, конечно, не надо покупать одежду в Ашане, но ладно. Я недавно набралась смелости и решила подойти к девушке. Я увидела обалденную куртку на девушке. И все же говорят, что трудно подходить к девушкам, да, парни? Вот. И я недавно набралась смелости. Я подхожу, говорю, извините, пожалуйста, вы не подскажете, где вы купили эту крутую куртку? Она говорит, да, конечно, в Заре, но в 2014-м. Вот. И нам обеим стало неловко. Так, моя следующая шутка. Смотрите, у меня есть теория, но только отнеситесь, пожалуйста, к ней серьезно. Вот. Мне кажется, что изюм делают не из винограда.
Сейчас я дам вам пару секунд на принять этот факт, да. Смотрите, мне кажется, что изюм делают не из винограда. Я не уверена. У меня только, ну, догадки, да. Смотрите, во-первых, если изюм делают из винограда, то, ну, где косточки? Где косточки? Либо правительство умалчивает о гигантских складах косточек по всему миру, либо это все, ну, неправда, неправда. И второе, смотрите, если изюм – это пустой виноград, то если наполнить изюм, то получится виноград. А, я недавно надула изюм, получилось лицо Ельцина, но никак не виноград. Это что-то заговор. У меня есть два варианта, откуда берется изюм. Либо изюм выращивают в кексах, либо изюм – это сдутые дирижабли мух. Вот, подумайте, пожалуйста, об этом. И если у вас есть какие-то, ну, другие варианты, напишите, пожалуйста, мне на заговору-изюма.нет. А, спасибо большое, вы классная публика, хорошего вечера, пока-пока. Придется выступать в зал, кричать. Вам слышно меня? Вам слышно меня нормально? Что ж, продолжаем наше мероприятие и повстречаем на этой сцене. Сейчас следующий комик у нас Артём Сивчук. Ваши аплодисменты Артёму Сивчуку. Он выходит, уже бежит на эту сцену. Артём Сивчук, пожалуйста. Пожалуйста, Артём. Артём Сивчук, пожалуйста, отправь заявку. Артём Сивчук. Артём Сивчук, ваши аплодисменты. Встречаем его на этой сцене. Не забывайте поддерживать московских комиков, им нужна ваша поддержка сейчас. Артём Сивчук. Так, потрясающе. Привет, карантин. Всем привет, привет, привет. Короче, смотрите, я понял то, что есть проблема в сексе. Я до сих пор не определился с тем, какой звук я должен издавать в процессе. Ну, в плане мне лично по кайфу молчать. Но я понимаю, что для девушек это выглядит крипово максимально. Особенно, когда она лежит на спине, и я сверху. Кажется, как будто я мщу за что-то и в этот момент. Понимаете? И надо издавать какой-то звук. Надо издавать какой-то звук. Но я не... Это не так просто оказалось, понимаете? В плане... Я понял, что я не могу делать, как эти чуваки в порнухе, которые занимаются сексом с девушкой и оскорбляют ее и ее родственников вплоть до третьего колена. Это не мой стиль. Но в то же время нельзя быть слишком женственным во время секса, понимаете? Невозможно во время секса издать какой-то звук, типа «ха-ха-ха-ха». Это будет неправильно. Потеряешь девушку. И я пришел к выводу, что, ну, я просто кряхчу во время секса. Просто типа «о-хо-хо-хо-хо-хо-хо». То есть, по моему представлению, идеальный вариант для девушки — это как будто она представляет, что ее ебет Санта-Клаус. И я в этом плане, честно, я так завидую девушкам в том плане, что вы такие раскрепощенные во время секса, вы что-то стонете, скулите, потом в какой-то момент вы резко говорите «еби меня», прям с агрессией. Это потрясающе. Фразы, которые вы говорите. «Кажется, я скоро кончу». Для нас же это как музыка, понимаете, когда мы это слышим? Потому что в этот момент мы начинаем думать: «Ха-ха, кто ее тут так круто трахает, что она скоро кончит?» Я не могу во время секса сказать «я скоро кончу». Это плохие новости. Так, еще хотелось бы что рассказать. У меня что по времени, Сань? У тебя еще минута. Минута, потрясающе. Слушайте, я понял, что у меня невероятно скучная семья. То есть семья, вот у всех комиков есть какие-то клевые истории, связанные с семьей. У меня таких историй нет. У меня невероятно скучная семья. Я недавно думал, вспоминал, я понял, что самая интересная история в нашей семье была, когда мне было лет 15 примерно. Отец мне дал впервые порулить автомобиль, я поехал и так разнервничался, что в какой-то момент я перданул. И это самая интересная история, которая есть в нашей семье по сегодняшний день. Мой отец до сих пор всем рассказывает, понимаете? Как-то ему было скучно, он рассказал ее мне. Так, все. Всем спасибо. Пока-пока-пока. До свидания. Всего хорошего. Все,
Спасибо большое. Это был Артем Севчук. Давайте поаплодируем Артему Севчуку. Отлично выступил Артем. Классно выступил Артем. Что ж, давайте теперь пригласим на сцену следующего комика. Это неподражаемый, очень смешной. Вы наверняка знаете его так. Не получается пока что подключиться. Сейчас попробуем найти. Кирилл Сиэтлов, пожалуйста. Блин, Кирилл, там должна быть внизу кнопка. Два таких человека. Вот, да, пожалуйста, Кирилл Сиэтлов. Так, сейчас, секунду. Так. Блин, так и знал, что начнутся проблемы сейчас с этим. У меня снова не работает интерфейс, как было на прошлой трансляции. Кирилл Сиэтлов, попрошу тебя написать в комментариях что-нибудь очень много раз, чтобы я мог нажать на твой комментарий и добавить тебя, потому что остальной интерфейс не работает. Да, перестань, пожалуйста, отправлять заявки, потому что мой интерфейс перестал работать. Напиши что-нибудь в комментариях очень много. Очень-очень-очень много в комментариях, чтобы я тебя добавил. Другие остальные, пожалуйста, не пишите ничего, потому что тогда... Вот, Кирилл Сиэтлов. Давайте, пожалуйста, поприветствуем Кирилла. Не забывайте поддерживать московских комиков, им нужна ваша поддержка. Кирилл Сиэтлов, ваши аплодисменты. Привет всем, не болейте. Есть ощущение, что... Сезонный грипп была такая болезнь раньше, которая всех беспокоила. Грипп, который каждый год, и каждый год он с небольшими изменениями, надо там прививки делать, это как iPhone, да, он появляется раз в год, маленькие изменения, у кого-то есть, у кого-то нет. Иногда завидуешь, ух, хотел бы я новый. Это как iPhone. И в этом сравнении коронавирус — это как iPad, потому что он пока не у всех, и ты такой, не уверен, нужно ли мне это. Не уверен, нужна ли мне эта штука. Но будьте уверены, через несколько лет все дети сидеть с ним в руках, родители будут такие, на, держи свой коронавирус, займи себя. Прекрасный год. Очень много всего интересного происходит. Я думаю, что когда будет реальный конец света, понимаете, ну, настоящий конец света, когда всадники апокалипсиса будут на небе, когда будет море чума, и антихрист выйдет из моря, да, и вот, ну, как в... В пророчестве Иоанна Богослова все описано. Вот когда вот это будет происходить, мы посмотрим на это и такие. Но по сравнению с 2020-м, это, конечно, херня. Вот в 2020-м было реально страшно. Мы переживали за свою жизнь, чуваки. А это все просто, ну, давай, Иисус, вали. Давай, ты, Иисус знает свое дело. Мы пойдем в кафе, потому что сейчас настоящий конец света, и можно ходить в кафе. В отличие от 2020-го было жестко, мы сидели по домам. Вот это было... потому что видели всякие изображения конца света, да, там показывают армия, вот эти библейские армия света, армия тьмы. Там не показывают, что каждый, знаете, каждый ангел и каждый демон сидит в своей квартире, чем себя занять. Это вот это действительно тяжело. А вот стенка на стенку на волшебных копьях, это, конечно, ну, выглядит как неплохой план на выходные. Я недавно поймал себя на том, что я полностью не доверяю полиции. То есть у меня презумпция виновности к полиции. Я копов на улице и такого, ой-ой-ой, что-то ничего хорошего не жди. И я не один такой. И в этом ты чувствуешь какую-то вину, типа, что мы такие испорченные, мы не доверяем полиции, ох, что-то с нами не так, как с обществом. Но это не что-то новое, да? Вспомните,
Иуду. Помните Иуду из Библии, который считается одним из худших людей в истории человечества? А теперь вспомните, что сделал Иуда. По сути, он просто сотрудничал с властями. Понимаете? Последнее. Чувак просто сотрудничал с властями, и мы такие: ты худший человек в истории вообще. В этом плане я рад, что я не апостол. Я рад, что я не один из апостолов Христа, потому что им пиздец, им нельзя было сомневаться вообще ни в чем. Потому что я рефлексирующий человек. Я бы, если бы был апостолом, я бы на вторую секунду сразу был бы худшим на земле. Все, не болейте. На моем аккаунте найдите мой стендап последний, лайкните его. Все, хорошего всего, спасибо. Отлично. Ищите, пожалуйста, стендап Кирилла Сиетлова. Это было его выступление потрясающее. Как я уже сказал, у меня сломался интерфейс, он не включается почему-то снова. Следующий комик — Дима Замковенко. Пожалуйста, Дима, попиши комментариев, чтобы я мог добавить тебя. Остальные, пожалуйста, не пишите сейчас комментарии, потому что Димин комментарий потеряется среди ваших. Это единственный способ добавить его. Я не знаю, что происходит с трансляциями в Инстаграме, но иногда интерфейс ломается. Единственный способ подключить человека — это нажать на его комментарий. Так что перестаньте, пожалуйста, писать комментарии. Сейчас мне нужно найти Диму. Диму среди ваших комментариев. Дима Замковенко, пожалуйста, напиши комментарий. Все остальные ничего, пожалуйста, не пишите, потому что я тогда не смогу найти Диму, как я уже сказал множество миллионов раз. Пожалуйста, Дима. Димин никнейм — это Замковенко, да? Остальные, пожалуйста, не перестаньте писать, пожалуйста. Да, мы ищем Диму на данный момент. Дима, пиши побольше комментариев. Я не знаю, как это работает, но я пока не вижу тебя. Я не вижу тебя в... Господи, как это сложно. Почему это так сложно? Почему в интернете так сложно выступать? Почему все время тормозит и невозможно найти комментарий? Господи, боже мой, перестаньте писать комментарий. Пусть Димин комментарий хочу увидеть здесь. Я не вижу его. Боже мой. Я надеюсь, Дима действительно пишет комментарии, но они просто не отображаются, потому что иначе, если Дима отошел сейчас от трансляции и сидит в туалете, тогда это ожидание впустую. Я не понимаю. Не понимаю, Дима. О, Господи. Все, не пишите. Все. Я сдаюсь. Я не понимаю. Так, сломался интерфейс. Никто не пишите, алло. Дима, я не вижу. Давайте я подожду еще минуту. Если не получится, тогда я перезапущу трансляцию заново, чтобы интерфейс снова заработал. Тогда я смогу добавить Диму, потому что это никуда не годится. Так, ждем. Все, остановитесь. Если кто-то подключится на этом моменте трансляции, это будет худший момент, где человек смотрит, как я сижу, и такой: все, остановитесь, перестаньте. Так, сейчас. Так, где же Дима? Я не вижу Диму. К сожалению, давайте я сейчас остановлю трансляцию и сразу через минутку начну следующую, чтобы починился интерфейс. Хорошо? Все. Последний жду. Все, мне не получается. Все, я останавливаю трансляцию и сразу начинаю новую, чтобы можно было починить интерфейс, снова заработал бы. Все. Возвращайтесь, как только я включу снова трансляцию. Все.
Что ж, всем снова привет, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу трансляцию. И осталось у нас три комика. Буквально нам пришлось приостановить предыдущую трансляцию, потому что перестал работать интерфейс. Я не мог больше подключать комиков к трансляции. Так, пожалуйста, Дима Замковенко сейчас будет выступать, он сейчас отправит запрос, и мы подключим его к нашей трансляции. Спасибо, что вы все еще с нами, спасибо, что смотрите, для нас это очень важно. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать комиков, вот здесь вы можете увидеть, куда отправлять донаты, для нас это чертовски важно. Сейчас все комики остались без выступлений, мы можем выступать только в интернете. Если вам интересно почему, то почитайте последние новости, да? Потому что Лев Лещенко в больнице, и мы из солидарности не выступаем вживую. Итак, мы ждем, пока Дима добавится сейчас в отправить заявку. Я почему-то все равно... Вот, Дима. Так, сейчас. Да ёптить-моптить. Сейчас. Все. Господи, Инстаграм — это худшее место в мире, реально. Вот, все. Дима подключается. Все. Не забывайте. Поддержите. Дима Замковенко. Привет, ребят. Простите, пожалуйста, что заставил вас ждать. Я пропустил свою очередь, смотрел порно в качестве 4К. И вот что я подумал. Слишком много порно, слишком много выбора, я считаю. Так, короче, я не смотрю порно как должен. Я его смотрю по любой причине, кроме того, которое оно предназначалось. Я недавно смотрел порно, и в моменте я смотрю на девчонку и такой, блин, нифига у тебя синяки под глазами, конечно. Поскольку ты спишь, наверное, много работаешь. Офигеть. Чувак, да прекрати. У тебя сестра не высыпается. Отстань от нее. Не знаю, у меня еще... Было у вас такое, что... Я, в общем, тоже смотрел другой ролик. И... Там парень так круто занимался сексом. Он был молодой, с красивой прической, накачанный, идеальный торс. И он просто уничтожал девчонку. Прям, ну, в мясо месил ее. А ее даже видно, она просто вот так лежала. Ну, вот такой ролик был. И я смотрю на это, сижу и такой, я никогда не стану таким же классным, как он. Поэтому... Порно вообще уже не спасает. Что-то я ищу какие-то варианты. Я нашел такой вариант просить у девчонок нюдисы или нюдсы. Я так и не разобрался, как это называется правильно, если честно. Но тут тоже проблема возникает. Их очень заебно просить. Невозможно вообще про нормально нюдисы. Когда ты просто спрашиваешь такой, да, нет. И никогда нет однозначного ответа от девчонки, от вас. Вы всегда такие, ваше предложение рассмотрено, Дмитрий. Докажи, почему ты их достойна. Ты начинаешь придумывать причины. Я как-то, я диплом свой так не защищал, как просил у девчонки нюдисы. Я как-то настолько круто описал, почему я их достоин, что я такой, надо включить это в свое резюме. Вышло очень круто. Вот такая тема, народ. У меня еще что-то было. Вот, смотрите, вспомнил. Я хочу разобраться. Саша, ты здесь? Да-да. Мне нужен будет тоже твой совет. Я хочу разобраться. Смотрите, народ. Да, сейчас конечно. в комменты нужно будет написать. Смотрите, ситуация такая. Я набрал полную воду в ванной, лег в нее, захотел в туалет, было лень выходить и... Ну, отпустил ситуацию. Считается ли, что я обоссался? Напишите плюс, если да. Если нет, минус. Пожалуйста. Это очень важно, ребят. Я жду... Давайте, 5 секунд жду ваше мнение. Сходил в ванну полной воды, пописал в нее. Считается ли, что я обоссался?
Так, Народ ничего не отвечает. Саш, ты что думаешь? Я думаю, что это не считается, если другие люди не говорят тебе об этом. Это исключительно социальный момент, и если люди одобряют этот факт, то не думаю, что это считается. Блин, а люди непонятно что, они 50 на 50, то плюс, то минус. Я просто смотрю, о чем подумал. Я подумал, что не считается вообще. Да, потому что, то есть я, ну, как бы в моче, но с водой, как бы, то есть есть вода. И из-за этого фактора, из-за того, что много воды просто обычной, не считается, что я обоссался. Но тогда, по такой же логике, если взять 2-литровую бутылку воды, налить туда половину мочи и половину воды и облить себе, тогда не считается тоже, что ты обоссался. Да? Да, получается так. Интересно. Это, ну, у меня нет никакой шутки здесь, я просто хотел разобраться. Че, народ, еще? Напоследок расскажу. В общем, ко мне подошел недавно парень на улице в центре Москвы. Говорит, подскажи, пожалуйста, сколько время? Я к друзьям опаздываю. Я смотрю, на, у него на руках часы с римскими цифрами. Я говорю, это что такое у тебя? Говорит, это вообще так чисто подарок, я в них ничего не понимаю. Это мне так друзья подарили. Я думаю, так может они не хотят, чтобы ты приходил, нет? Я не стал вам подсказывать, сколько время принципиально, потому что он долбоеб. Я понимаю, что цифры другие, но циферблат одинаковый. Две стрелки вниз было 5:30. Потом я сказал, дойди до Кремля, там огромные часы, по ним сориентируешься, не пропадешь. Вот, народ, это все, что хотел рассказать. Спасибо, что послушали. Всем пока. Хорошего вечера. Разобрались спасибо с мочой, большое. Я рад. Спасибо большое Диме Замковенко. Спасибо всем нам, что мы помогли ему разобраться. И у нас осталось буквально два. Все время забываю, что я переключу камеру на себя, и вы увидите, как я уютненько сижу. Жаль, что на живых выступлениях нельзя выходить так на сцену, чтобы комик заканчивал, открывались шторы, и там сзади я сижу и такой, вот это был следующий комик, давайте повстречаем другого. И потом ложусь спать на диване. У нас осталось два комика, и следующий комик, которого вы встретите на этой сцене, очень смешной, клевый комик. Это Лев Марсел. Так, сейчас я ищу его в списке. Интерфейс работает теперь, но плохо. Плохо работает. Плохо работает интерфейс. Ужасно. Ужасно. Не вижу Льва. Он работает, но почему-то я не могу найти Льва здесь. Лев, если можешь, ты, пожалуйста, если ты не отправил запрос, отправь его, пожалуйста, или пиши комментарии. Вот, Лев Марсел. Так, загружается. Лев Марсел, дамы и господа, на этой сцене Лев Марсел. Повстречайте его бурными аплодисментами. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать московских комиков. Эти деньги идут на поддержку московских комиков, оставшихся без выступления. Всем привет! Добрый вечер! Привет, ребята! Привет, меня слышно вам всем? Саня? Да, тебя слышно. Отлично. Хотите шуток? Я заметил, что здесь в комментариях все пишут, если что не смешно, то так себе. Поэтому я хочу, чтобы стало смешно. Кто за то, чтобы я рассказал какие-то уже смешные шутки? Напишите плюс. Прямо сейчас у меня осталось 2 минуты всего. Мы должны выступать по 3 минуты. Ну что ж, поехали. Я рассказываю сразу же... Смешные дикие шутки. Как-то я... Вообще, я хотел сказать пару шуток про коронавирус, что я зашел в магазин, хотел купить, поесть, и все сразу же скупили макароны все. И я подумал, почему не купили сосиски? Как вообще можно есть макароны без сосисек? Кто знает как, напишите в комментариях, поржем. Вот, еще как-то я зашел... А, у меня тут еще есть публика, вы, ребята, не могли бы похлопать. Как вам шутка? Клево? Это я придумал, да, сразу на ходу сегодня днем. Вот, еще я как-то зашел в магазин, ну, там, где были макароны, и там был охранник, у него глаза смотрели в разные стороны, и я испугался, потому что я не пойму, он идет ко мне или к жвачкам, что он вообще от меня хочет. Ну, подожди, это еще не панчлайн. И, в общем...
Я подумал, как его вообще взяли на работу, когда у него глаза смотрят в разные стороны. А потом я подумал, может, его взяли на работу, потому что у него зрение 180 градусов. Типа он, что он сможет видеть весь магазин. Ну, вот сейчас шутка. Да, и все тихо. Я подумал, хорошо бы им таких двоих взять и поставить их спина к спине, чтобы они могли видеть 360 градусов. Ну, типа, весь магазин. А, да. Ну, все, у меня осталось. Хочу попрощаться со всеми. У меня уже конец. А, хочу вам пожелать, пожалуйста, покупайте сосиски, чтобы я мог купить макароны, потому что я не могу уже купить макарон. Давно не ел, забыл, как они не выглядят. Всех с наступающими праздниками. Пока, ребята. Все, всех с наступающими праздниками. Спасибо Льву, Марселу и его труппе. Да, это STEM целый, 3 человека на сцене. Итак, у нас остался последний комик, это хедлайнер нашего открытого микрофона. Спасибо, что смотрели, спасибо, что донатили, вы потрясающие зрители. Мы все очень благодарны вам за то, что вы это смотрите. Это едва ли такие открытые микрофоны в интернете. Это сейчас единственная возможность для комиков выступать, потому что все комики, они выступают вживую. Мы творческие люди, которые работают в живой аудитории, и в интернете мы редко появляемся, потому что для нас именно важно выступать. И это единственная сейчас для нас возможность. Давайте повстречаем последнего комика на сегодня. Это очень смешной комик, потрясающий Егор Кукса. Ваши аплодисменты Егору. Егор, ты в эфире. Здравствуйте, меня видно. Я вот себя не вижу. Привет. Да-да, все я... видно и слышно. А, хорошо. Ну, если меня видно и слышно, я себя не вижу, но окей. Смотрите. Еще раз проверка связи. Меня точно видно? Саша? Я тебя вижу, я вижу тебя и слышу. Ага, хорошо. Ну, окей, хорошо. Смотрите, вы все знаете, наверное, что в Тиндере есть реклама. Вот. И у меня друг недавно случайно свайпнул вправо в Тиндере рекламу перекрестка, и ему в хлебном отделе в рот дали. Вот. Я недавно печатал в телефоне заметку, и автозамена вместо слова «сделал» поставила слово «съебал». Я подумал, что у меня телефон гопник, он сам себя, блядь, меня отнимет скоро. Вот, я прочитал недавно, что ученые выяснили, что одним из симптомов коронавируса является потеря вкуса. И, судя по этой новости, большинство бабушек в нашей стране уже больны жестко, блять, как. Ну, это шутка про отсутствие вкуса, вы поняли. Я недавно тусил со славянами, и после этого сдал анализ крови, и результат был кривич положительный. Окей, смотрите. У меня есть знакомая бабушка-психолог, и она постоянно просит закрыть гештальт, потому что ей дует. Вот. И еще одна шутка, последняя. Я довольно извращенный человек, у меня появилось недавно небольшое, как, ну, извращение, небольшой фетиш в постели. Я люблю, когда говорят грязные слова, что-нибудь прям невероятно отвратительное, что-нибудь типа изменения в Конституции — это нормально, повышение пенсионного возраста — это прикольная тема, я прям пиздец возбуждаюсь от этого дерьма. Ну, в смысле, я имею в виду, когда женщина говорит что-то реально грязное, и когда я говорю что-то грязное. И я недавно, это вышло мне боком, потому что я занимался сексом с женой, и я в запале сказал: «Ах, ты грязная шлюшка!» И она такая: «Ты чё, охуел?» Ну, я, видимо, охуел. И я просто ее побаиваюсь, потому что она у меня родила сына, и она, как многие женщины, после этого специально делала упражнения, чтобы, ну, привести интимные мышцы в прежний тонус, как бы, ну, если вы понимаете. И я просто боюсь, что она перекачалась. Я боюсь, что она мне может крапивку сделать. Вот, типа, почему так поздно дома? Вот, это все шутки. Спасибо большое, друзья, что послушали. Приятного вам вечера. Пока не болейте. Спасибо большое Егору за выступление.
по тому, как Егор одет, его ролевая модель – это старик из фильма «Любовь и голуби». Потрясающее выступление Егора Куксы. Что ж, это был наш последний комик. Спасибо, что смотрели этот открытый микрофон. Мы очень вам благодарны. Не забывайте донатить, пожалуйста. Это очень важно для комиков. На протяжении всего эфира люди донатили. Мы уже собрали на сегодняшний момент... На сегодня 51 тысячу рублей. Это потрясающе, это невероятно, я не ожидал, что так получится. Конечно же, комиков в Москве много, и этого, будем говорить откровенно, мало сейчас, но это потрясающе, что вы, в принципе, уделяете нам внимание в такие сложные времена. Мы будем благодарны вам за еще большую поддержку. Спасибо большое. Я сохраню этот эфир, чтобы вы могли его смотреть. Всем хорошего вечера. Также сейчас будет еще один открытый микрофон, но уже не на моей странице, а на странице вечернего микрофона. Я сейчас после этого, после этой трансляции скину в сторис ссылку на паблик. А, вы можете зайти ко мне в Инстаграм и в сторис. У меня будет ссылка на паблик, где я собираю информацию по всем онлайн стендап мероприятиям. И одно из них будет сегодня в 10. И вы можете найти там ссылку и посмотреть его. Спасибо, что смотрите. Спасибо вам большое, что смотрели. Всем хорошего вечера, народ. Пока-пока.